Смотрите, мы тут на трансляции у Ксюши сидим, я ей пишу, она меня не видит. Будет теперь она фиолетовая. Это кто там в трансляции сидит? Я захожу, значит. Ну, сейчас, конечно, прикол получился. Смотрите. Доброе утречко, всем приветик. Маргарита у нас тут завтрак уже готовит. Чистит по мейлу. Я правильно чистит? Да. Надо сначала шкурку снять. И хочу апельсиновый сок сделать. Апельсинчики очень вкусные, сочные. Ну, просто апельсиновый сок. Он пахнет очень сильно пахнет. Ай, запах прям. Это означает, что он хороший, да? Ну, я не знаю, наверное. Мне нравится красненький, помнишь? Да. Он еще, вот смотрите, он есть вот такой вот белый, а есть еще такой вот красноватого цвета. Я не знаю, как найти красный, чем они отличаются вот этими вот. Может, они поменьше как-то? Есть маленькие еще, не такие большие, в 2 раза нужно меньше. Нужно смотреть на... А, да, нужно еще смотреть на эту, на наклейку. Угу. Мне нужен эта вот штучка. Да, буду вручную. Ты будешь, да. Ну что, у меня нет электромашинки такой для сока. И сейчас буду делать яйца с лавашем. В прошлый раз я сделала яйцо с молоком, еще смешала, у меня не получилось. В этот раз просто яйцо. Вот. Вот, осталось несколько штучек. 3 штучки осталось, 3 штучки сделаю. Я уже тоже заканчиваю, смотрите, сколько отходов от этого. Это тоже, это все в компост надо выкинуть. Выкладываю колбаску. Ой, тут 2, по-моему. Теперь закрываем. И переворачиваем. По-моему, у меня уже сковородка плохая, уже вот это все прилипает. Раньше не прилипало ничего. Вот такие вот у меня получились. Тут с салатиком. Это тоже с салатиком и 2 без салатика. Для младших. Сейчас Маргарита соберется, и мы уже поедем. А ты, тебе тоже еще... Да мне одеться. Там 2 секунды. Пешка. Тебе тоже нравятся какие-нибудь масочки или что-нибудь такое? Ну лак, ты ногти не красишь. Черный можно. Черный? Черный есть, но он плохой. Или зеленый? Смотри. Фу, а что там? Почти на все плечо синяк. Это не Ксюша, Ксюша, это не ты. Нет, она на гимнастике. Масочки берем обязательно. Папе возьми тоже. Или у папы там есть. Так всегда проезжаем возле этих полей. Запашок. Сколько градусов на улице? 13 градусов. Коровки пасутся. Поехали мы в другой магазин. МН-центр сегодня у нас. Еще один торговый центр большой. Ты там не спишь? Столько людей. Просто торговые центры переполнены. Посмотрите. Парковок даже нет свободных. Это как так вообще? Всем говорят сидеть дома, никуда не ходить. Нет, все по торговым центрам. И мы тоже в том числе. Вот тут детская семейная парковка специальная. Очень такое широкое место, просторное. Специально для семьи. Что мы взяли? Маргарита нашла себе адвент-календарь на обзор. Вот такой вот прикольный. Такой вот. И сейчас мы ищем подарок для девочки, которая... Так, еще Маргарита купила себе такую краску. Будет теперь она фиолетовая. Это всегда розовая, теперь фиолетовая. Вот. У меня здесь розовая еще не... Ну ничего, сверху покрасим. Так, что нам лак просила, да? Такие красивые. Это матовые такие бутылечки классные. А вот эти вот неоновые. Ну, в общем, это черный здесь есть такой. Что тут еще есть? Может, зеленый какой-то? О, смотри. О, да, зеленый. Ну, может... Так, все, мы поехали в другой магазин. Тебе не холодно? Я закрыла. Мы поехали в другой магазин, потому что тут мы ничего не нашли. И тут очень все дорого, особенно в Маноре. Это вообще... Хотели купить Ксюше этот лак для ногтей, не купили, потому что... Ну, цены, конечно, на лак для ногтей это капец. Сейчас поедем, да, в тот магазин, где я вчера была с Ксюшей. И там более-менее... Можно что-то взять. Для Ксюши очень сложно выбирать подарки, потому что ей, я не знаю, у нее вкус такой, что в Маргарите мы вчера за час управились, за час. В одном магазине мы купили все для нее. Ну а Ксюше не знаю. Ксюше не знаю, что делать, потому что фантазия у нас уже все. Все магазины, все эти бутики облазили и ничего не нашли такого, чтобы... Так, время 3:43, 4 часа, еще час у нас есть. Час, через час закроется все. Но у нас еще есть неделя, да, Маргарита? Ага. У нас еще есть 1 неделя, чтобы докупить то, что нам не хватает. Смотрите, мы тут на трансляции у Ксюши сидим, я ей пишу, она меня не видит. Я не быстро. Пожалуйста, кто меня убьет, кик. Она не смотрит даже, она не читает даже. Пожалуйста, не убивайте. Пожалуйста, не убивайте. Пожалуйста. Она не смотрит. Она мне даже не говорила, что она в эфире будет. Она вообще-то с Максом, с Каролиной сидит. Ну вот, тут уже нормальные цены. Но вот черный лак. 2,45. Обыкновенный черный лак. Зеленого нет здесь? Вот. Все. 15-го. Значит, сегодня уже 14-е, завтра последний день. Ну, ладно, поехали мы домой, потому что Ксюша там уже все не может. Они ее уже там замучили, дети. Не слушаются, уже устали, скучно им. Так что все, закончилась наша прогулка. Время уже 5 часов. Торговый центр закрывается в 5. Так, мы уже приехали. Мы тут заехали за едой. Сейчас Ксюша получит. Где наша нянька? Где наша нянька? Так. Каролина. Притворяйся. Это кто там в трансляции сидит? Я захожу, значит, в Инстаграм смотрю. Ксюша у нас на трансляции. И она меня не видит, главное, не читает. Ты комментарии не читаешь? А почему ты не сказала, мама, привет? Карю. Я пишу, и Ксюша, они уже потом... Among Us играли. Я знаю, они уже тебе потом тоже стали писать. Ксюша, тут мама твоя. Она в 0 внимания. Хотя бы сказала бы, мама, привет. Тоже деловая колбаса. Так, мы сейчас будем снимать видео на... канал Маргариты, и она будет распаковывать вот этот вот календарик. Ой, почему? Мне знаешь, какой там еще понравился? С этими, с бомбочками. Ну, собачки, там такие тени некрасивые. Они все в коричневых цветах. Вот это вот. Мне идет коричневый. Не, ну темное сильно все. Темное. Карандаш для губ, помада коричневая. Все такое в темных цветах. Карандаш для губ, мне не нравится. Ну вот. Единственное, что мне понравилось, единственное, что там было прикольно, это маска, да. А просто ради маски брать целый календарь, не знаю. Вот. А мне понравилась вот эта коробочка, там где мыло. Не мыло, а эти бомбочки для ванн. Такая квадратная, помнишь, видела? Да. Квадратненькая. Угу. Такой вот маленькая. Да. Все, готово. Надо зеркала протереть. И вот это тоже надо протереть, потому что она отражается и видно, что грязная. Она вот здесь вот отражается прям. Вот там, видишь? Некрасиво получается. И все. Будем снимать. Я старалась чмокала. Че? Я там старалась чмокала. Чмокала? Я знаю, что ты там чмокала. Да, круто, красиво. Но нужно вот это хотя бы вытереть. Вот это. И у тебя шкаф даже весь... Это Каролина, мама. Все, мы закончили съемку. Ну, сейчас, конечно, прикол получился. Смотрите, испортили коробочку маслом. Открывали один шарик, а внутри масло было, он лопнул. Прям на коробку. Теперь это уже не высохнет. Так и будет с пятнами. Может, его покрасить как-то самим? Нет, нет. Красиво. Таким же цветом? Нет? Как ты вот это нарисуешь-то? Ну, вот, чтобы тут, ну ладно, пусть так будет. Что поделать? Или новый купить. Новый купить. Или перекупить. Давай убирать все здесь. Смотрите, бардак какой. Тут вот видео снимаем, а за кадрами вон что происходит. За кулисами. Это все папа сделал. Это все папа сделал. Папа нам тут свет устанавливал. Он наставил лампочки. Ну, чтобы светло было, хорошо, чтобы видно было. Мама, и глаза что? Ну, Маргарита очень сильно реагирует глаза. Реакция такая на свет. У нее сразу слезятся. И то даже если свет такой не сильно яркий, даже я его слегка-слегка включила, у нее уже глаза слезятся. Все, устала? Сколько времени вообще? Сколько время? Часов, наверное, 9-10. Спокойной ночи. Телефон. Все, спим. Сколько время? Время, между прочим, уже 12 час, по-моему. Да, уже 11:30. Могу я закрыть дверь? Спокойной ночи. Не мешает тебе светильник? Все, пока. Давай, я тебе. Все, все. Макс, ты еще хочешь это? Переодевай пижаму давай. У Каролины сегодня приступ Золушки. Она всю комнату убрала свою. Каролин, ты Золушка сегодня? Нет. Все убрала, все протерла, все свои полочки, весь стол свой. Молодец, прям не узнаю тебя. Обычно ее не заставишь убирать. Ладно, все, будем отдыхать. Всем пока. Спокойной ночи.